Доброе утро! С 20 по 25 января в Ханты-Мансийске на базе Центра зимних видов спорта проходит первенство Югры по биатлону, посвященного памяти бойца ОМОН «Стерх», кавалера Ордена Мужества сержанта полиции Виктора Николаева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Более 100 юных биатлонистов со всего округа прибыли в окружную столицу, чтобы проверить свои силы. У нас в гостях мама кавалера Ордена Мужества посмертно, сержанта полиции Виктора Николаева Вера Николаева и главный судья соревнований судья всероссийской категории Владислав Заикин. Вера Николаевна, Владислав Александрович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходят соревнования в этом году, потому что мы знаем, что они проходят уже во второй раз. Как подготовлены спортсмены? Соревнования, слава богу, погода нам позволяет проводить соревнования по установленному регламенту. Поэтому идем по программе без разных сбоев. Спортсмены, естественно, это в первую очередь дети, и подготовка у всех разная. Кто-то, может быть, даже впервые принимает участие в соревнованиях по биатлону, только, так скажем, начинает свои биатлонные шаги. Ну, есть достаточно уже опытными не назвать, но победители, призеры всероссийских соревнований, первенств России. Поэтому работы, во всяком случае, тренерам хватает, да, поэтому идем. Вот как раз таки, исходя из того, что вы сказали, что уровень подготовки спортсменов разный, да? По поводу регламента соревнований, требования, которые предъявляются к участникам, вообще в целом организация, дисциплины, все так же, как на большом взрослом биатлоне, или тут немножко отличается? Конечно, я говорю всегда, правила соревнований, они же по биатлону, для вида спорта биатлон написано, и чем отличается первенство округа от, грубо говоря, чемпионата мира. То есть правила одни и те же. Да, есть некие требования, так скажем, потому что большие соревнования показывают по телевизору, там такие тонкости. А правила, они одни для всех, поэтому дети, в первую очередь, мы учимся, и, соответственно, к ним может быть где-то жестче подход. Дисциплина должна быть изначально, конечно, чтобы потом в большом спорте, если будет у кого-то получаться, они уже будут знать, что их ждет. Да. Вера Николаевна, расскажите, как вы приучили к спорту своих сыновей? У вас два сына и оба мастера спорта России по биатлону. Расскажите, как в вашей семье появилась, зародилась любовь к спорту? Ну, здесь большого секрета нет. Родители занимаются спортом, и их дети тоже приобщаются к этому же виду спорта. Мои дети еще в начальной школе, обучаясь на Камчатке, они выбрали, каким видом спорта будут заниматься. Сначала старший сын пошел и записался на лыжные гонки, в секцию лыжных гонок биатлона. А затем и Виктор, младший, вслед за ним начал посещать лыжную базу и приобщился к этому виду спорта. Но я всегда их поддерживала, ходила вместе с ними на тренировки. Им было с кого брать пример. У них вариантов других не было, конечно. У них других вариантов не было. Но подбадривала, была в курсе их детских и юношеских проблем, помогала их разрешать своевременно. Скажите, вы до сих пор поддерживаете себя в форме, занимаетесь спортом, тоже бегаете на лыжах? Да, я люблю физкультуру и спорт. Это, скорее всего, мой образ жизни. Люблю кроссовый бег, полумарафоны бегаю. Люблю бегать на лыжах. Ну, участвую в лыжных марафонах, люблю плавать. Ну, участвую как в районных, региональных соревнованиях, неоднократно выезжала на всероссийские старты. Вот как себя поддерживать в физической форме, это ежедневный труд. И вот вы только что ответили на этот вопрос, и я искренне вам завидую, потому что я бы очень хотел сейчас этим заниматься, но, к сожалению, нет времени. Спасибо, да. Владислав Александрович, скажите, что ждет победителей чемпионата? Участие в каких-то еще соревнованиях, может быть, какие-то, знаете, эти звания, да, там, мастера спорта или что-то еще, ценные призы, в конце концов? Естественно, призы и медали те люди, которые их завоюют, они получат. Далее у нас пройдет первенство федерального округа в Увате. Это уже отбор на первенство России там пройдет. И на финал спартакиады учащихся России, который пройдет в Сочи. В этом году 10 лет, как у нас Олимпийские игры закончились в Сочи. Соответственно, спартакиада учащихся, она приурочена к этой дате. И вот в Сочи, так сказать, наследие
опробуют данные Олимпиады. Ну, красивая дата, 10 лет, да? Как раз. 10 лет цифра, да. Потрясающе. Это получается в следующем году, правильно? Почему? В феврале? А, это уже год получается. Я почему-то подумала, это вот уже прям... Так как два возраста старшие у нас поедут на первенство России, младшие у них и первенство России, и спартакиада учащихся. В общем, скучать им некогда. Да. Некогда. Если кто-то из участников сейчас проснулся с утра пораньше и смотрит телевизор, что бы вы хотели пожелать? Да. Мне нравятся слова великой нашей лыжницы Елены Валерьевны Вяльби. Будь построже себе, и удача придет. Это основные слова ее фразы знаменитой. Но от себя, наверное, добавлю вообще всем участникам соревнований на будущее, наверное. Занимайтесь спортом, учитесь в школе быть быстрым, умным, смелым, метким. Это не стыдно. Если грамотно все сочетать, то все будет. То успех результат придет обязательно. Ну и упорство, конечно, наверное, конечно. Да, здесь добавить. Да. Вам спасибо огромное. Мы рады, что такие чемпионаты есть, что они проходят. У вас, да, что? Хотела показать медали, которые привезла я специально для участников соревнований. Вот такими медалями памятными будут отмечены все финишеры. А призеры соревнования будут отмечены небольшими камчатскими сувенирами и вот такой памятной, красивой медалью. Очень здорово придумали. Да, да, спасибо огромное. Мы уверены, что да, что все пройдет, как и задумывалось, и желаем, чтобы чемпионат продолжался. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо хорошего вам. Дня. Спасибо. Друзья, с гостями прощаемся, вам говорим, вернемся буквально через минутку, не убегайте.